Ваша честь, уверяю вас, он готов и хочет исправиться. И я прошу вас дать ему шанс это сделать. Штат проводит очередную проверку. Нам нужна красивая история. Что тебе надо, а? Малолетние хулиганы исправились на природе. Спонсоры обожают такое. Назовем их эко-шпана. На ура зайдет в соцсетях. Гранд Каньон? Ты с ума сошел? Думать надо масштабно. Длина трассы 1200? Почти. 1226. На этих велосипедах вы проедете через три штата к Гранд Каньону. Простите, у меня идея получше. Поедем на тачке. Если что, я могу везти. Вам нужно почувствовать велосипед. Мне сиденье булки трет. Ага, и не только булки. Ничего, привыкните. К концу пути вы станете с ним единым целым. О, пошла. Гранд Каньон, говоришь? Вы научитесь работать в команде. Покажем всем, какие эти ребята на самом деле. Парни, когда едем вместе, кричим «Хоу!» «Хоу!» Склон пологий. Да вы издеваетесь. Образцовый тренер и непроходимый идеалист. Какой есть? Если ты потащишь их через пустыню, они просто не выдержат. Они должны понять, на что способны. Помогите! Тормози! Не могу! Слушайте внимательно, и все получится. Поверьте! Да пошел ты! Ты хоть думал, каково нам? Тебе плевать! Неправда. Ты же хотел свою банду. Так вот она! Перед тобой. Как ты их выдерживаешь каждый день? У меня, наверное, высокий болевой порог. Главное – гонка. Ну что, дать вам маслица натереть булки? Не, не. Ну уж нет. Гадость вы за кого какая? Нас держите? Ты куда пошел? Совсем уже, что ли?